его, лови, Маш. Лови. Куда он побежал? Куда побежал? Маш, лови. Где Кусик? Кусик. Кусик. Господи. Я и корм несу, и зарядку, и шланг схватила. Маш, лови его скорее. Где Кусик? Иди сюда. Ну иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Маш! Так, где этот Кусик? Хитрюсик. Ну-ка беги отсюда, бегом. Так, а где моя липучка моя, где? Ю-ю. О, Господи. Скорей, скорее, скорее. Кусик украл у нее это, кусок трахеи, между прочим. Ю-я. А, Господи, вон она уже на дереве. Ой, иду котят кормить, капец. Девочки, всем огромное спасибо, кто заказал нам корм для котяток. Вот, сегодня света нету в Гайкадзоре, мы вряд ли получим. Так что повторите все коды, кто пришел, ну, какие пришли, какие нет, еще придут. Вообще столько народу отписалось. И всем, кто денежку перевел на все семейства. Я вообще в шоке, у нас там 5 котят, в конюшне 4 котенка и там 7. Вот. Вот такая у нас кучка котят. И плюс 2 мейн-куна этих сегодня. Мейн-кунов, еще раз скажу, пристраиваем добрые руки только проверенным людям, ну, с которыми у меня уже было общение, которых я знаю. Потому что, ну, мы как бы не отдадим тем, кто не сможет их содержать. Вы извините, конечно, но этих кошек надо содержать. Да, Юя? Она налазит. Вот. Такие дела. Ну, содержать. Они-то стерилизованы, и все, просто надо их хорошо кормить. А кушают они много.